так. Хорошо будет? Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Я ль на свете всех милее, всех прекрасней и белее? Ты, конечно, спору нет. Привет, мои дорогие девчонки и мальчишки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Так как компания Atomy задарила меня просто подарками, то сегодня я вам расскажу о замечательнейшей пудре. Вот-вот-вот, да. Которая прекрасно подготавливает мое лицо к фотосессиям и съемкам наподобие вот этих вот сегодняшних. Что сказать? Пудра – это всегда самый лучший друг девушки. Даже не бриллианты. Запомните, лучшая подруга девушки – это пудра. Почему? Потому что она маскирует все недостатки, видимые и невидимые. Прекрасно защищает нашу кожу, а в некоторых случаях даже лечит. Так вот, такая прекрасная пудра от Atomy. Идет она в компакте со спонжиком. Есть еще также дополнительный спонжик. Вот. Теперь, что мне нравится? Ваша пудра никогда не рассыпется. Раз. Откладываем. Два. Открываем. Аларчик просто открывался. Здесь три... Нет, два. Да. Два по бокам и светлее, которые посередине, разные расцветки. Ну, не расцветки, а тональность. А вот. Что, в принципе, очень интересно. Как я уже говорила, я люблю всякие разные штучки. И если в изобретении, особенно в косметике, добавлено что-то креативненькое, интересненькое, чудненькое, мне от этого становится очень радостно и хорошо на душе. И пусть любители русского языка закидают меня камнями за уменьшительно ласкательные. Так вот. Пудра от Atomy. Основные ингредиенты. Значит, пудра состоит из натуральных компонентов. Экстракт моринги, который входит в состав пудры, он регенерирует и заживляет кожу. Когда вы слышали о таком? Обладая антиоксидантными действиями, предотвращает ее старение. Вот как так бывает, что ты мажешься, наносишь пудру на лицо и автоматически предотвращаешь старение? Это мысль. Очень хорошо. Мне нравится эта пудра. Так вот, дальше идем. Альфа-бисабол, он устраняет красоту... Красоту? Как можно устранить красоту пудры? Красноту, конечно же, он устраняет. Красноту, шелушение и зуд. И восстанавливает природный тонус кожи. Но это реально очень круто. То есть, если есть какие-то там аллергии... Ну, аллергия, я не думаю, что это устранит. Но, по крайней мере, после долгого дня, 8-часового, наверное, к вечеру все-таки немножко кожа себя уставшей чувствует. И если с помощью этой пудры можно убрать шелушение, красноту и зуд, то это круто. Дальше идем. Экстракт ромашки имеет антибактериальное и противовоспалительное действие. Прям лечебная пудра какая-то, как интересно. Пудра подходит для кожи повышенной жирности, склонной к раздражению. Ну, это естественно. Дальше. Маскирует мелкие недостатки кожи, выравнивает ее рельеф и цвет. Это то, что основная функция пудры, то, что призвана делать каждая нормальная пудра, скажем так. Расширенные поры становятся практически незаметными, это тоже основная функция пудры. Мы для этого матируем наше лицо, правильно? Дальше, ультратонкие частички порошка мягко ложатся без эффекта маски, это тоже немаловажно, и создают защитный слой от внешних загрязнений. Вот то, о чем я говорила, она защищает, да? Отлично абсорбирует кожный жировой секрет. Как мы знаем, в течение дня у нас выделяет кожа вот этот самый жировой секрет. И если она ее абсорбирует, то, соответственно, матирует, и кожа выглядит более свежей, чем до того, и не жирной, да? А вот, оставляя кожу бархатистой надолго. Не вызывает закупоривание пор, обладает легким отбеливающим эффектом. Тоже неплохо. И, значит, здесь есть два тона, 21 и 23. Мне прислали 23, мне очень понравилось, потому что я люблю более такой, как сказать, насыщенный тон, потому что 21 он более светлый. Итак, как наносить пудру от Atomy? Вы можете использовать прекрасный спонжик, который идет в комплекте. Вот я уже даже его попробовала. Это интересно, это хорошо. Он очень мягкий, действительно очень мягкий для кожи. И... абсорбирует весь этот жир. Но так как я привыкла пользоваться кисточкой своей любименькой, то можете, конечно же,
пользоваться кисточкой. И сейчас я вам продемонстрирую, как я обычно готовлюсь к своим, блин, съемкам, фотосессиям. Вот, чуть-чуть набираешь и припудриваешь свое личико. Становишься прекрасным, улыбаешься, мальчики тебе дарят цветы, и вообще жизнь налаживается. Так что пользуйтесь пудрой от Atomy, и ваша жизнь будет такой же прекрасной, как у всех принцесс. Ладно, девчонки, на самом деле прикольная пудра. Пишите мне, я вам все расскажу. И до встречи в следующем видео.